сначала едем сегодня. Тошогу это признан или как вот там международный культурный наследие ЮНЕСКО. Очень красивый там правый комплекс. Но это для нас, японцев, очень яркий. Это немножко это отличает от других японских культурных ценностей. Например, там правый комплекс, который находится Киото и Нара. Кстати, Киото самая у нас древняя стационарная столица была Нара. Это 713 по 794, наверное. И Киото там оставался, Киото оставался столицей 1000 лет. Так что и американцы там спецы золотой павильон, сад камней и Киомисера, это буддийские там. Впереди, кстати, сейчас токийская черевашня, высотой 333 метра, это бело-красная. Там построен 50 лет тому назад, но сейчас высота, конечно, не очень там. Тогда через 3 года еще приезжается. Это, ну это, конечно, будет построен другом на востоке. То есть вот там около Асакуса, куда мы вчера ехали. Это, вот эта токийская черевашня останется, конечно. Национальный парк Никко, там я сейчас сказал относительно вот этого Тошогу. То есть правый комплекс сыпается, который защищен в обучении АИС. Ну, обучение, а, обучение,